12 промокодов, которые в сумме выдадут 650 тысяч долларов. Стой, ты давно хотел купить дешевый робокс, но не знаешь где? Тогда робокшоп для тебя, ведь я не хочу выгнать курс тысячи робоксов, ты можешь купить всего лишь за 700 рублей. А также у них есть быстрая поддержка, с помощью которой ты можешь решить свою проблему в любой момент. Робокшоп ценит своих покупателей, именно поэтому дает гарантию качества. Тысячи покупателей в том числе и остались довольны после покупки робоксов на этом сайте. Ну а по секрету, в их ВК-сообществе ты можешь получить бесплатные робоксы. Так что я советую тебе не упустить такой шанс, ссылочка в описании и закрепленном комментарии, но мы переходим к ролику. Ну и всем привет, дорогие друзья, в сегодняшнем уроке я вам покажу все рабочие промокоды на февраль 2024 года в КДТ. Ну а я не буду вас долго задерживать, и мы начинаем. Получается, начнем с первого, это как всегда я вам покажу для тех, кто не знает, куда вводятся промокоды. Мы нажимаем вот на эту шестереночку рядом с балансом денег, и тут у нас будет поле интеркод. Сюда вы будете вводить все эти промокоды, потом нажимать на плюсик и получать за них денежки. Ну так вот, получается, у нас есть два типа кодов в КДТ. Это временные и постоянные. Временные — это которые у нас находятся в игре плюс-минус месяц, а постоянные — это, соответственно, те, которые находятся в игре постоянно. Это в основном коды ютуберов. Ну ладно, давайте мы сейчас начнем с временных. Первый кодик временный — это у нас Aeroplanes. Даст он вам 75 тысяч игровой валюты. Дальше это Bike Season. Даст он вам тоже 75 тысяч игровой валюты. И третий, к сожалению, финальный временный промокод — это у нас 1.2mvotos. Даст он вам 100 тысяч игровой валюты. Ну и теперь переходим к постоянным. Первый кодик — это у нас Foxes. Это у нас разработчики этого режима. И даст он вам 25 тысяч игровой валюты. Дальше у нас код контрибутора. Это Джеффингтон. Даст он вам 69 696 долларов. Дальше у нас Тестинг Грей. Близкий знакомый Foxes и тоже ютубер. Даст он вам 50 тысяч игровой валюты. Дальше Iron Run тоже вам даст 50 тысяч игровой валюты. Келасовс — это я — тоже вам даст 50 тысяч игровой валюты. Хенори — 50 тысяч долларов. Джонатан — 50 тысяч долларов. И Макс Рохан тоже вам принесет 50 тысяч долларов на ваш баланс. Ну и последний постоянный промокод у нас тоже ютубер, и называется он Game Time Kyle. Даст он вам тоже 50 тысяч игровой валюты. Ну и на этом, к сожалению, все коды подошли к концу. Ролик получился у нас вот такой вот коротенький, информативный. Надеюсь, я вам помог. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.